Самые преданные болельщики ивановского футбола теперь могут не только верить в команду, но и дышать командой. Футбольный клуб «Текстильщик» выпустил собственную линию косметических средств. В нее вошли гель-шампунь для душа, лосьон после бритья и жидкое мыло. Необычная задумка уже вызвала волну интереса у обитателей твиттер-пространства. Приобрести футбольную косметику пока можно только на стадионе. Но уже в середине февраля средства марки «Текстиль Клаб» поступят в свободную продажу. Наша новая линия «Текстиль Клаб» с таким английским названием, она у нас будет выходить под девизом «Будь рядом с клубом, будь вместе с клубом, будь частью клуба». Ну, таким образом мы хотим подчеркнуть, что болельщики, приобретая продукцию, о перспективе это не только три названных вида, но и текстиль, и другие виды сувенирной продукции, атрибутики, тем самым они будут чувствовать себя вместе с клубом, будь частью вот этого самого клуба «Текстиль Клаб».